Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру Tron Miner. Писала видео по нему. Бонус дается нам при регистрации 10 криптомонет TRX. Они сразу идут в работу. И минимальный депозит здесь от 50 монет. Ну а вывод от 20. Я его хочу проверить на вывод. Ну, как бы сделать вывод. На балансе у меня 43.91. Вот тут майнер идет. Я собираю. Собрала монетки. Сейчас обновится страничка. И будем выводить баунт. Так. Что нужно, значит? Давайте переведем. Делаю все в режиме онлайн. Так, платежи, баланс. Угу. Здесь пин-код он высвечивается. Я поставлю на паузу, введу пин-код и кликну продолжить. На балансе у меня 44 монеты. Не высвечивается. Будем так делать в режиме онлайн. Потому когда я сохраняла, циферки они высвечивались. Потому я и подумала, что будут высвечиваться. Минимальная сумма выплаты 20 монет. Выплаты доступны каждые 12 часов. Продолжить. Так. Значит, выплатить. Так. Сумма у меня 44 монеты. Сюда нужно ввести. Здесь можно реинвестировать. Я буду выводить. 44 поставлю. Ровно тогда. Отзывать. Поставим на оригинал, наверное. Секундочку. Так, вывод. Так, что у нас здесь написали? Платеж. Ой, платеж 41.74 был отправлен. Так, ссылка для просмотра информации. Так, кликаем. Tron Chain. О, транзакция, успех. Смотрите, даже какая фигня есть. Идем на кошелек. Так, ну и где мои монеты? Ага, вот она. 41.74. Прибыла. Замечательно, шикарно платит. Сейчас я вернусь. Ну и баланс, естественно, мой по нулям. Ну что, платит, продолжаю работать. Надеюсь, даст всем заработать. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч.